Поисковые работы продолжаются. Определено предполагаемое местонахождение автобуса, который провалился в ночь с 3 на 4 января в огромную воронку на руднике в Майкаине. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС. Аким области Асен Байханов прокомментировал ситуацию. По данным ДЧС, на месте обвала обнаружен металлический предмет. Глубина до его верхнего края приблизительно составляет 5 метров. Специалисты предполагают, что это провалившийся автобус с рабочими. Аким области Асен Байханов накануне сообщил, что в поисковых работах задействовано 136 человек, 41 единица техники, 3 кинологических расчета и 2 дрона. Сегодня мы работали специальным оборудованием, геолокатором, который привезли из города Балхаш. Предварительно определено местоположение автобуса. Сейчас, как мы завершим подготовку траншеи, там будет спускаться специальная техника. Работы не останавливаются, осуществляются в круглосуточном режиме. Сегодня исследования продолжаются. Спасатели провели повторное сканирование грунта. Ход спасательной операции будет скорректирован. Сейчас в поисковых работах задействованы 139 человек и 47 единиц техники. Также создана комиссия под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Мусы Танабаева. Анастасия Ерш, Ертыс, Акпарат.